почему ты, моя дорогая Маня? Все еще столько мы сегодня видосиков поснимали. Короче, теперь мы отдыхаем, да, Маня? Мы потанцевали, поулыбались, пообнимались. Танцы-мансы были. Такая блестящая, она спит такая, друзья. Мы не будем мешать, конечно. Все, друзья, мы осенние обострения не будем делать. Всё. Цветочки такие яркие, друзья. Яркие. Такая, не шустяшка такая. Все, друзья. Все, я люблю вас. Целую, обнимаю. Только ради этого мальчик потревожил. Все, пошел я. Уси-пуси делать. Вот такой вот, друзья мои, Куренчик. Это такой красный-красный, друзья. Такой кулен красивый. Все-таки осень. Такая бабушка. Собачка свою. Чуть прижит. Ой, друзья, идем мы с вами. Тополя ищем. Ой, видите, вот такая красота. Ой, все, все. Идемте. Так что, друзья мои, опять мы с вами по мусоркам идем. А что делать? Что делать? Мы мусорные люди. Осень, осень, листья забросим. Видите, сколько листьев. Ну, прям это... Березки падают с небес. Прости боже. Ой, чё ха-ха. Листья на асфальте. Дворники не работают. Ну, чё, ваши? Не наши? Ой, друзья мои. Ладно, идемте. Идемте, друзья. Идем. Видите, дорожка такая. Рябина падает. Ой. Что вам? Такие мегочки. Ой. Вот так вот. Цветочки, росточки. Такие клумбняки. Друзья мои. Я немножко прогуляться пошел. Что там? Мульти-пульти. Вот они, цветочки такие. Красивые. Ой, красивые цветочки. Да, красивые цветочки. Да. Красивые цветочки, милые мои. Это ленточки. Повязочки. Ладно. Мой кашель. Заболел я, друзья. Ангина у меня. Скарлатина. Все, ладно. Потом еще включусь. Ой, ладно, березки. Привет, друзья мои, здравствуйте. Вот такой красивый цветок. Роза. Роза. Розочка. Цветем такая. Видите, красиво, друзья. Такая красивая. Вот такие красивые розы. Друзья, вот такая вот красота растет на БНТБ. Красивая. Видите, такие розы, облака такие потрясающие.
Пойдемте дальше. Фонтан уже не работает, конечно. Конечно, уже все, октябрь. А октябрь... Ну, я хочу просто вам показать. Вот такое, смотрите, небо прям потрясающее. И вот такая библиотека. Библиотека была видна, конечно, давно. Так вот, ну, ее построили, а там вот не было ничего такого. И она, короче, то есть... Видна была, вот там вот, прям вот, и где, да, вот, то есть, есть фотографии такие, когда не было тут и ничего такого. Это сейчас вот библиотеку просто не видно с набережной. Ой. Я немножко так прогуляюсь, я думаю, ничего такого не случится без меня. Сейчас покажу. Такие вот красивые. Если бы немножко потеплее было бы, они бы расцветали бы. Какая красота, друзья. Розы. Просто класс. Друзья. Вот они такие красивые, друзья. Такие. Здоровые. А пахнут, понюхайте, друзья, вам не передать это ощущение, которое вот такое вот милый воник. Такой куститар, друзья. Такая вот, видите, суперский, да? Шикарный. Шикарно. Вот такая вот шикарная вещь. И вот, смотрите, вот такие шикарные, друзья. Розы. Такие вот мимозы. Люди фотографируются. Молодцы, ребята. А я вот тоже, я люблю вот эту вот фотографию делать, фотографии, видео, вот очень красиво, друзья, а днем придешь, очень тоже хорошо. Это вот тоже потрясающе, друзья мои. Роза красная была. Ой, люблю я розы. Люблю я все. Какая красота, друзья. Вот такая картиночка. Вот, смотрите. И вот эта вот мелкая такая розочка. Тоже вот красивый. Очень красиво. Очень здорово. Ладно, друзья. Эти маленькие минутки я вам показываю. А вообще сегодня уже 4 октября, друзья мои. 4 октября. И вот смотрите, такая вот розочка. Здорово, да? Привет, друзья. Немножко хочу показать вот эту вот там розу сзади. Красивые. Большие, здоровые. Вот, короче говоря, вот так вот. Сейчас вот пройдемся, покажу вам вот эти вот красивые, такие замечательные. Вот, смотрите. Вот сейчас покажу. Еще такая вот красота. Ой, совсем потрясающе.
непередаваемые ощущения, друзья мои. И поцелую вас, милые мои. Люблю вас. Такая красота. Вот такая красота. Только у меня на канале тоже. Ой. Люблю я вас, как не знаю что. Но люблю. Кстати, ВЛКСМ. 100 лет минимум. ВЛКСМ. У меня тут вот петуни такие, но они в темноте не видно. Ладно, друзья, пойдемте дальше. Вечерний эфир. Ты ж не забыл. Ты куда идешь, вечерний эфир? Знаете, друзья, так красиво. Ой, сейчас покажу. ВЛКСМ 100 лет. Подождите. Друзья мои, 100 лет ВЛКСМ. Такой вот пионерчик, друзья мои. Как и говорится, делать мне не надо. Убавить. Вот видите. Тран-тан-тан-тан-тан-тан-тан, да? Вот, добавим. Все, мне не пойдет. Дальше. Вот. Дальше идемте. Машины, скальдишины. Часы я, конечно, не видел, но надо посмотреть. На-на-на-на-на. Ой. Деревья походили вот они. Тут вот такая эта, Новониколаевская. Ну, я по потемкам иду. Октябрь, друзья мои. Октябрь. Я хочу сказать тебе. Где там часы? Надо просто посмотреть. Я хочу. Рядом. Светильник там должен быть. Я сейчас... Точно там есть этот вот... Глянем сейчас. Темнота, правда, так. Ну, мы подойдем, мы все сделаем. Ой, милые мои, мы там скамеечку поставили. Вот такая вот скамеечка нарисована тут что-то. И сейчас покажу. Красота. Правда. Ну, без часов. Часов нету, друзья. Правда, часов нету, часы. Часы. Как говорится, скоммуниздили. Нету. Мы тут вот часы должны были. Но их нету. Вот. Ой, боже. Такой уже ему заморали. Харь. Друзья мои. Это там как. Вот. Это больше поцелуя, друзья. Что-то тут еще было, конечно. Вот, да, цветы тут были. Но цветов нету. Все. Сломали вообще. Пипец делали. Часы тоже свинтили, друзья. Все разбили. Все. Херанули. Вот. Пойдемте, друзья. По осенней дорожке. По осенней дорожке. Я думаю... Ну, часов нету там, друзья. Все. Идемте по дорожке. А то... Тут одна половина горит. Вот такая осень. Листья сбросил. Ой. Воняет говнищем, друзья мои. Ужас, прости господи, как будто тут срут. О. Подорожка. Ой. Лишь бы в говнёшник не залезть, друзья мои. Ой, ладно, друзья мои.
буду заканчивать. Ой, березки такие вот, хочу сказать. Такие березки, только у Сережки. Ой, ладно, друзья. Еще потом, может быть, сниму.